Absolvenții gimnaziilor și liceilor din raionul Florești au avut parte în aceste zile de emoțiile ultimului sunet de clopoțel. În toate instituțiile preuniversitare fiind organizate luni 31 mai festivități cu acest prilej. La liceul teoretic Anton Cehov din orașul Florești, festivitatea de încheiere a anului școlar pentru elevi a fost una de neuitat. Pentru că plus la programul acestui eveniment, la liceul teoretic Anton Cehov din orașul Florești, festivitatea de încheiere a anului școlar pentru elevi a fost una de neuitat. Pentru că plus la programul dedicat acestui eveniment, au fost premiați elevii care au obținut rezultate deosebite la învățătură. Диплом вручається Кундасову Дмитрию за третье место по английскому языку. Очень счастлива, что мы закончили 12 класс и что скоро вступим в новую жизнь, уедем в Кишинев, там начнется новая веселая жизнь. Переживаю очень. Очень переживаю за бакалавриат, как мы дальше будем жить. Институт впереди, про лето можно забыть. Это тоже работа. Конечно, жалко, что приходится расставаться со школой, но радует одно, что впереди новая жизнь. Можем чего-то нового добиться. Не знаем, кто кем станет, но все впереди и верим в счастливое будущее. De asemenea, cu un cuvânt în adresa absolvenților, au venit directorul liceului, diriginții și, nu în ultimul rând, părinții care trăiesc fiecare clipă alături de odraslele lor. Я вас всех поздравляю с праздником последнего звонка. Впереди у вас сложная пора. Это сдача государственных экзаменов на степень бакалавра. Я желаю вам только одного, чтобы вы подтвердили свои знания, свои результаты, полученные в нашем лицее. Во-первых, я хочу сказать, поздравить их с окончанием. Хочу сказать, что их как раз выпуск совпал с многими юбилеями, которые произошли в этом году. Очень рады за наших деток. Огромное спасибо нашим учителям. Они вложили вместе с нами душу. Мы дома. Они старались в школе привить им любовь к труду, уважение ко взрослым. Мы очень, конечно, рады за наших детей. Хочу поблагодарить весь преподавательский состав за вложенный труд, за профессионализм, за терпение, которое они имели, как обучая наших детей. Скажите им всем спасибо, больше как крепкое им здоровье и сил им дальше, чтобы дальше делали, учили наших детей. Mulțumim la toți profesorii care ne-au ajutat și ne-au îndreptat copiii, câteodată mai bine se comportau ei, câteodată mai rău, dar totuși gândim că om înfruntat de acestea, numai succese și succes. Potrivit declarațiilor primite de la șeful adjunct al Direcției Învățământ, Tineret și Sport, Ludmila Nagrâneac, în anul curent în raionul Florești sunt înregistrați 1350 de absolvenți ai gimnaziilor și 446 de liceeni care vor susține examenele de BAC.